Я вам тоже проведу экскурсию. Это арочный коридор. Он окружен колоннами, которые были предназначены, чтобы скрывать солнечный свет. Говорят, солнечные лучи, рассеиваясь, множатся. Вот так. Вот так. Многие из мастеров черпали вдохновение из этого места. Как вообще возможно быть такой неловкой? Что ж, пройдемте к следующему экспонату. Не вмешивайся не в свое дело. Не будь таким упертым и старайся кричать поменьше. Когда это я кричал? Замечательно. Давай прекратим. Я имел в виду, если бы они делали свою работу хорошо, я бы и не лез к ним. Если бы они делали свою работу хорошо, я бы и не был таким упертым. Это их вина. Я поняла. Не нужно было тебя просить. Пойдем. Я никуда не пойду. Не пойду. Пойдем. Пусти. Почему ты делаешь это здесь? Но какой стороной правильно это использовать? Сделай, когда мы вернемся в номер. Ни в коем случае, мы должны использовать ее сейчас, иначе это пустая трата времени. Это уже слишком. Разве не хорошо? Да. Вы должны разгладить маску. Забавно? Я попросила о встрече, чтобы сказать, что хочу расстаться. Тебе должно быть грустно. Нет, не о чем грустить. Мне абсолютно не грустно. Придурок. Мы все равно встретимся снова. Ты сказала, что это наша судьба. Он хороший человек. Безвкусная. Безвкусно? Почему в ресторане еда неправильного вкуса? Как вы можете называть это премиум куриным супом? Я хочу поговорить с вашим начальником. Прекрати уже. Почему ты всегда затыкаешь меня? Зовите начальника. Боже, прекрати уже. Я была не права. Если он безвкусный, нужно попросить соль, а не звать начальника. Позовите соль. Я хочу поговорить с солью. Какой номер ее телефона? Серьезно, достаточно уже. Да ладно тебе. Они просто дурачатся. Я думаю, что это забавно. Ты!